Отдельное спасибо хочу сказать вашим родителям, потому что в момент ваших взлетов, падений, все эмоции, которые вы переживали, видели только они. Руководитель президента Федерации футбола Воронежского. Но не забывайте, что это будет первая ступенька, когда шаг чему-то больше. UFL Center – это такой особенный турнир. Он проходил в новом для нас формате. Мы получили новый опыт. Самые сложные моменты были, наверное, когда мы проигрывали. Ну, самые счастливые, самые радостные моменты были от трудных побед, когда мы проявляли свой характер, показывали красивый футбол, ну и радовали своих болельщиков, родителей, ну и сами получали удовольствие от футбола. Нынешний сезон в UFL – это новый этап. Опыт, который мы там получили, он очень важен для ребят и для тренеров Академии, и вообще для развития самой Академии. Здорово, что наша Академия не оставляет людей равнодушными. Мы чувствуем поддержку, видно, что люди верят в нас, нам помогают. Это дает новый стимул для дальнейшего движения. Мы развиваемся в нужном направлении. И лето, и в зной! За факел родной!